Пойдем на official server 228. Да, хорошо. Тут просто уже Санчес надо уходить, естественно. 228? Да. Хотя у меня, походу, и на него не зайдет. Ну, зайди на какой-нибудь, а я уже сориентируюсь. Да, 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 я. Ну я пробую. Я жму join и. Косплей с чувака из Doom. Да я сейчас нормального создам, это ж такое. Запущу игру. Да если встречаешь какого-нибудь русского в игре, блин, типа survival, это либо Санчес, либо кактус. Ну как бы одно из двух всегда. Кстати, кактус внешне похож очень на этого, на панду FX. Аминотапс, спасибо за подписку. В честь тебя, раз уж ты Аминотапс, в честь тебя немного музыки. Мне кажется, мы стали забывать эту тему. Блин, а мне знаете, какая еще... Блин, короче, ты музыка из игры достал меня. Она какая-то такая... Не знаю, почему, раз у нас пока ничего не выходит, то... Ой, во, из этих, из пришельцев, помните, короче, тему? Окей! Блин, классная тема. Вообще, посмотрите «Пришельцев 2», кто не смотрел. Ну, первые, на самом деле, я пересмотрел обе части. Первые, ну, я американскую не считаю, как бы, за полноценную. Первая, наверное, все-таки уже немного устарела, потому что там 90-х годов комедия такое. Вот, а вот вторая просто уморительная, на мой взгляд. Главное, в хорошем переводе найти, где Проспер Говночерпий. Вильм 707, спасибо за подписку. Просто есть ужасный перевод второй части с этим дедом, который все подряд переводит, а вот... Не пали сервер, стрим стемпера на бегу будет мешать. Хорошо, мы выключим, выключим. Ну что, у тебя не заходит у меня просто, я перезашел в игру, я ни одного сервака не вижу. Ну, порты, порты, освободи порты. А я... А ты как, через меня не можешь коннектиться, да? Нет, нельзя. Ну попробуй зайди, может быть, я покликаю, может законнектится. Может ты в тот раз не на серваке был, а когда именно в игру зайдешь саму, уже созданный персонаж. Ща. Привет, Саня. Блин, да хочется на самом деле уже деньги вернуть, на самом деле. На самом деле. За игру? Да, ну а что это такое, я зашел поиграть, и где моя поиграть? О, 103-й сервак появился. Ну, мать твою, зачем ты вообще сейчас, сказал? Подожди. Дай я зайду на этот и дам тебе инвайте, может ты быть. Ты зайди, да, я пока... О, ну заходит хотя бы, отлично. Ребят, всем привет. Видите, у нас проблемы некоторые, ну, не расстраивайтесь раньше времени сейчас. Приглашаю. У меня проблемы. Приглашаю. Мне заново надо создавать персонаж, ща, пацаны, короче. Ну это же быстро делается. Ну, я уже не могу такого красивого второй раз сделать. Да ладно, ты можешь. О, захожу. Через инвайт реально заходит. Отлично. Отлично. У тебя стоит Survivors. Ну да, потому что я поставил Survivors, потому что остальные мне вообще не показывались. Так, ну ладно. Слушай. Может, девочку создать? Ну, у нас вроде как будут настоящие девочки, если что. Блин, да. Ну ладно. Так, длинная шея, маленькая грудь, широкие, нет, узкие плечи. Ну я пока делаю, пацаны, своего персонажа, так что
придется потерпеть. А, я понял, почему у меня с головой. Ага, я понял, о чем ты говоришь. Тут, походу, можно сделать так, что, чтобы руки до пола доставали вообще. Блин, я такую шутку в интернете видел, там сейчас кого мужик. Так, ну ладно, я готов. Ща, погоди. Когда умирать будете, выбирайте рандом спаун, потому что при рандом спауне скиллы или персонажи не теряются, а если не рандом, то весь левел пропадет. Синтон поколол, да. Ух ты, ничего себе. Ты даже синтолового ублюдка сделал. А ты все сделал или только в руки колол? Только в руки, как в рот. Подожди, может, не только в руки, а я только в ноги буду? Ну, не знаю. Тебе надо решать. Ща, погоди. Я не могу. Все, вроде Синтола на все не хватило, как бы. Фу, так. Куда бы нам зателепаться? Давай, я готов, Кэрик. Ой, я забыл, что я выбрал-то. Черт. Ты что-то выбирал конкретно? Ну, наверное, вообще ничего. Я, наверное, на ИС-3 или что там. Ну, то есть я как бы ничего не выбрал и нажал создать. Я зону не выбрал. Блин, Илья, ну и как же нам быть? А ты где? А я не знаю, я еще... Ну, по стандарту тогда нажимай, и тогда, я думаю, мы в одном месте будем. Jet938, спасибо за подписку. Я, к сожалению, кликал уже на одной зоны, и как бы просто сбросить фокус я с ней не могу. Но третья, если что, по умолчанию, третья как бы стоит. Хорошо, давай, третья. И вот тут, короче, болельщики ЦСКА построили кулек какой-то красно-синий. Может, ты его увидишь. Так, ну ты меня сразу узнаешь. А, блин, я звук уже отключил. Во. Ну, а чё там? Слушай, ну я опять эту хрень вот огромную вижу по центру. Ты её видишь? А ты, ну вот я через берег вижу просто постройки. Ты не видишь как бы через берег постройки? Ну я много построек на самом деле вижу. Давай побольше вот этой хрени в центре ориентироваться. Ну, ладно, не одна. Да, дело в том, что есть еще огромный черный пенис вдалеке, как бы, с ромбом на нем. Но... Ну, я постройки вижу какие-то. Ну, постройки, вот знаешь, что-то такое. Такое вот, как бы... Я бы по постройкам сориентировался в этот раз, потому что, ну, я не думаю, что здесь много таких дебильных построек, как 4 стены просто. 3, точнее. 3 стены в море. Истины в море. Да. Слушай, на меня напал динозавр левел 40, и я походу мертв. Я забыл, как говорить, напомни мне. Б или В? На Б, да. Что? А. Ух ты. Никогда не думал, что увижу новую. Пис, спасибо за подписку. Добро пожаловать. И веди себя. Ват? Прилично. Я надеюсь, ты тоже динозавр. Стой, помолчи. Чё ты сказал? Repeat the question, please. What did you say? Скажи еще раз. Я какой-то низкий. I'm understand you, but I don't hear your question first, because my sound is off, was off. What did you say? Ты, блядь, по-русски что-то сказал, я слышал. Сука, куда ты съебываешь?
Ну я хуй знает, что ты меня спросил. Ванамаса, ты что ли, блядь, у тебя голос как Ванамаса? Блядь, ты пиздец, ты над каждым ответом думаешь по 2 минуты, ты, блядь, точно русский уёбок, блядь, ты тормознутый, все, я ухожу. Как можно быть такими тупыми? Илья, ну что делать-то будем? Как мы вместе появимся в одном месте? Ну надо это... Говорят, 3 обелиска всего. Красный, синий и... Но я вообще не вижу. Я не знаю, какой это обелиск. Ну он обелиск, да. Ну то есть он скорее зеленый или синий. У меня проблемы с этим самым. Ну у меня, слушай, у меня весь экран в тумане. Монитор грязный. Так, music... Во, voice volume надо, короче, выкрутить на полную катушку. Карта есть. Накрой кнопку. А, я знаешь, я на правом берегу, реально, М открой. А где понять, что вот где ты? Ну, у меня, ну, я так понимаю, вот этот кусок, который обрисован, это... Ну, у меня 2 куска, слева, справа, точнее, в углу, и слева внизу, по центру внизу. Девочка-припевочка, спасибо за переподписку. По центру внизу, справа, да. Подожди. Справа и по центру внизу. Справа, по центру внизу. Так. Справа и по центру внизу. Но у меня есть справа 2 куска. Вот, может быть, я где-то рядом. Ну я побегу тогда туда. По центру это хреново. Давай вдоль реки, ты беги по правую руку, чтобы река была, а я по левую. Мне кажется, хорошо, так и встретимся. Море, так и океан даже. Слушай, тут, блин. Слушай, у тебя океан полноценный? Не, тогда нам не встретимся. Не, ну хотя тут вот какое-то озеро, что ли. Я не чувствую, что эта речка впадет в океан. Может быть, мы еще раз персонажа... Чуваки, сильно... Джекс, да, давай заново. Джекс Лайк, скажи, пожалуйста... Спасибо за подписку. Ребят, скажите, пожалуйста, сильно спайкает? Сильно спайкает? Флагует, реально? Ну, я забыл правильный кодек выбрать. Если не сильно, то я не буду перезапускать, потому что, ну, я вижу, что дропы идут, короче говоря. Я этот NVIDIA кодек выбрал, с ним у меня лучше комп, но... Так, сейчас я выберу, короче, сервак и тебе инвайт дам, чтобы давай. Это самое. О, я... Туман рассеялся, я, кстати, вижу. Не сильно. Сильно. Ну, терпимо, да, ребят, ну, ладно. Я на Изон 2. Ух ты. МПАК 217, спасибо. Спасибо, или мрак, я даже не знаю. Добро пожаловать. Подлагивать сам стрим? Нет, это не то. Вот именно должно спайкать, то есть как бы... Попадать кадры должны. Ну ладно, если говорить, что все нормально, то все нормально, че, что? Почему только лысым можно быть? Я хочу сменить прическу, че за бред? Меня пригласить не забудь. Да-да-да, ну я заново опять делаю, блин, персонажа, че. Ух ты, я динозавра убил. Голыми руками, Илья. Ну классно тебе, братишка. Я тебя завидую. А, он без сознания, надо добивать его, наверняка. Все, он мертвый. Я так понимаю, что-то тут с РПГ связано. Будем прокачиваться. Ну, туда фармить надо, походу дела. Ужас, я высасываю кровь, походу, из... Так, его пожарить, может, можно? Сделать. Яички у него тут есть. Шляпа ковбойская. Это у него? Кто там подходит ко мне? А, понял. Сложно, да. Мы разберемся. Да я не думаю, что очень сложно. Ну я не могу пока. У меня мышка еще почему-то Я не стал в этот раз смешного персонажа делать, мне уже надоело. Жалко, я предыдущего урода не.